Я заявил. Да? Ничего страшного. Тем более удивительного в этом ничего нет. Вы знаете, в этом возрасте у всех мужчин идет переоценка ценностей. Они хотят начать жизнь заново, что-то поменять. Что значит поменять? Вы что, думаете, ну я женщина или что? Нина Семеновна, давайте сейчас главное его найти. Вы потом, если какие-то есть проблемы, сами с ним разберетесь. Даже телефон специалиста дам. Но могу сказать как профессионал то, что если человек сравнивает себя с покойниками и так далее, вот женщины у него точно нет. А можно я вас сразу остановлю? Да. Потому что он чертил. Потому что вы знаете, что я сама женила не на себе. Да. Он бы никогда ко мне не подошел. Он даже убегал от меня. Говорил, что у него только одна судьба — стать философом. С книжками какими-то толстыми ходил. Что-то там про Гегеля рассказывал. Красивое что-то говорил. Звездное небо над головой. Это, кажется, Кант. Извините. Ну, Кант. А поженились, так сразу пошли дети и... Какие тут книжки? Тут учебу пришлось ему бросить. А потом бизнес с утра до ночи. У него башка пухнет от головы. Я вообще не пойму, как это у него с университетом. Философия. Ну, вы знаете... Нет, самое главное, что мне не сказал. Почему? Ну, поймите. Вы все время вместе, и на работе, и дома. Но, наверное, он хотел создать какой-то свой маленький мир, свое единое пространство, я не знаю. Да он всегда откровенен со мной. Понимаете, нет? Mm-hmm. А, я поняла. Интимное пространство хотел сделать для себя. Ну. А, интим. Им там интим. Только найдите, пожалуйста, я прошу.